Вітіскоп. Почнемо з самого чемпіонату. Да? Наскільки він вийшов таким, який всі чекали, так? Чи виправдав він твої особисті сподівання, якби от те, як розвивається цей чемпіонат? Перед чемпіонатом були спори, там, хорошо ли то, що сьогодні в чемпіонаті України будуть грати українці, буде мінімум легіонерів. Очень много мнений було о том, що це одвічна тема. Да, очень много мнений було о том, що хорошо, ми навіть на сайті запустили опросник, який там до сих пор висить, там около 70% вважають, що це дуже хорошо для українського баскетболу. Тем не менее, на практике оказалось, что немножко это все не так. То есть зрелищность действительно упала, и украинский баскетбол окончательно закрепился в статусе маргинального такого вида спорта, за которым следят те люди, за которые за ним следили очень много лет на протяжении последних лет. По окремих тенденциях, например, то, что у нас фактично беззаперечне лидерство Хіміка. Так? Найближча команда Будівельник, два рази грали, два рази програли, Будівельник три поразки, Хімік іде без поразок. Ти чекав такого перебігу подій? Да, это вполне ожидаемо было, о том, что Будівельник и Химик будут бороться за чемпионство после того, как отпал БК Донецк, который также имел финансовые возможности в лиге. Было понятно, что Будівельник и Химик будут бороться за титул. Немножко неожиданно получается, что Химик на сегодняшний день выглядит действительно сильнее, чем Будівельник. Ожидалось чуть более равное противостояние. С другой стороны, пока что определить, кто будет чемпионом, на сегодняшний день невозможно. Ну, власне, есть, так, там ще что... будь-якому попереду плей-офф, в будь-якому випадку. Ну, що касається, да, що касається Будівельника, то неізвісно, укрепиться команда легіонерами или нет. Да, і у того же Будівельника, который є сейчас, у нього все равно є ще куди йти, куди розвиватися. Хімік, якби так, ну, зараз тренує іноземний тренер, по ходу у нас уже два іноземних тренери відпали. Да, якби команди, які починали з іноземцями, там БК Київ з Прокічем, Галвановське з Миколаєві, якби. Ну, ти, до речі, один із твоїх прогнозів вже виправдовується, що Миколаєву стає гірше по ходу чемпіонату. Про це ми з тобою говорили там пару місяців тому. От. З гравцями, ти кажеш, 70% кажуть, що на користь, якби, що більше грають українці, люди принаймні так вважають, хоча ця думка, ну, наприклад, тобою не розділяється. З тренерами, да? Якби, от, наявність закордонних тренерів, вона потрібна нам, не потрібна? Ну, треба розуміти, що, опять-таки, все упирається в фінанси. І не кожен заграничний тренер захоче їхати в команду, яка укомплектована повністю з українських ігроків. Да, и тем более, а если такие тренеры есть иностранные, то ну, их качество опять-таки понятно, да, этих тренеров. Да, тогда уже какой смысл приглашать иностранца, если у нас есть свои украинские аналоги таких иностранных тренеров. То есть, конечно, идеальный вариант это когда ну, идеальный утопический вариант, да, который много лет рисовали, о том, что есть украинская команда, у которой есть опытный тренер. Вот пример Днепр, наверное, да, если можно взять, когда есть Вальдемар Асхомічус, сделавший себе неплохую тренерскую карьеру еще до Днепра, и команда полностью составлена из молодых украинских игроков. Ну, Днепр постепенно прогрессирует, хотя, конечно, не теми темпами, которыми хотелось бы, чтобы он прогрессировал. Ну, у нас есть вот два иностранных тренера, в принципе, это отражает уровень, статус нынешнего чемпионата. В принципе, кстати говоря, это не так уж и плохо. Не можна згадати ще один цікавий прецедент, це повернення тренера, якого нібито звільняли. Макс Фомічов починав з Львівської політехнікою, там зі скрипом вони почали, нічого там, зірок з неба не хапали, виграли один матч, програли наступний і тренера не стало. Команда жила, ну, де-факто без тренера взагалі, так? Ну, якби генеральний менеджер, висловлюючись, якби загальновживаною термінологією, керував командою. Зараз відбувається ось це повернення. Ну, от, на твою думку, це що взагалі? Ну, як, в чому суть цих процесів? Це безтолковість управління командою політехніка, називається, можна сказати. Да? Тобто, коли команда бросається из одной крайности в другую, но это не говорит о ней хорошо. У господина Лазорко есть какие-то амбиции, это понятно. Да, команда выиграла лишь один раз из 10, и голова Фомичева полетела. Поставили Погостинского Кирилла. Он провел еще там, 7 или 8 матчей, сейчас не вспомню точно. И оказалось, не выиграли ни о кого. Оказалось, что уровень команды, вот он такой, какой он есть. Да? И, то есть она не может прыгнуть выше, чем выше своей головы. И то, что было очевидно, в общем-то, всем, оно стало очевидно и похоже, да, мы предполагаем. Оно стало очевидно и господину Лазорко. Да, в связи с этим получилось возвращение Фомичева. Угу. Что хорошего из этого получится? Ну, мне просто забавный момент вспомнился, когда после матча, после победы над Днепр-Азотом во Львове,
Фомичев сказал, что я обещаю, что, это, что у Львова будут еще победы. Да, ну, когда его там, через неделю его отставили. Но сейчас получается, что ну, нужно выполнять как бы, обещания. Хотя, откровенно говоря, ну, шансов у Львова будет не так уж и много. Да, вот, бодай за одну перемогу зачепитися. Ну, возможно, это будет матч с Николаевым, да, они станут ключевыми для Політехніки. Галичина может зачепитися за вісімку, как ты гадаешь? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, у них нет шансов, просто. И навіть... Им для того, чтобы зацепиться за восьмерку, им нужно побеждать у команд, которые находятся в этой восьмерке. Причем побеждать, ну, у меня сейчас нет перед глазами турнирной таблицы, но им нужно побеждать 4-5 раз. Ну, насколько эта задача выполнима для команды, которая за предыдущие два круга выиграла лишь раз, і то благодаря невероятному стечению обстоятельств. На носі ще один турнір намічається, так, фінал восьмої Кубка України. І зараз якби виникає там багато питань по формату. Як ти гадаєш, наскільки доречний такий ось формат, там, типу топ-7 суперліги, плюс найкраща команда вишки. Якби, і... Ну, формат може бути любой на самом деле, но тот, который выбран, он немножечко абсурдный, потому что дело не в семерке суперлиги даже, да, а дело в том, как эти команды определяются. То есть это не лучшая команда высшей лиги, получается, да, это получается команда, которая просто подала заявку от высшей лиги, да, Киевский «Авангард». «Авангард» сейчас не входит ни по каким параметрам, он сейчас не является лидером высшей лиги, потому что если брать процент по процент, то он то уступает «Золотому веку» Кировоградскому, если брать количество очков, то он уступает «Химику-2». Поэтому, что касается высшей лиги, все очень спорно. Было бы логичнее, да, если бы закончился бы уже второй круг, и после этого ориентироваться от подных заявок. Ну, я был на матче «Авангарда». «Авангард» на сегодняшний день уступает по игровым качествам, уступает даже Політехніки. Это действительно команда, которая, реальный уровень которой – это высшая лига. От, до речі, я в цьому контексті хотів спитати, наскільки от зараз рівень вищої ліги, він ну, може конкурувати із суперлігою. Суперліга крепко впала, якби так, в своєму рівні. Вища ліга теж дуже сильно впала. Якщо можна сравнювати каких-то суперлігу і вищу лігу, то еще с такой натяжечкой можно сравнить сегодняшнюю Суперлигу с прошлогодней высшей лигой. Да? В прошлом году действительно было несколько интересных команд, были какие-то легионеры в двух командах, если я не ошибаюсь. Союз Баскетуголь, Кировоград были легионеры, может быть так сходу, может быть где-то еще, сейчас не вспомню сходу. Были интересные дубли, БК Донецк, два дубля, который сейчас перебазировался вне Паразот. Лидеры команды. И Гаверло, да. Гаверло, Днепр-Азот, они сейчас играют. Действительно был интересный чемпионат. Но сейчас уровень очень сильно упал, действительно, высшей лиги. Команда «Золотой век», которая лидирует в чемпионате Украины высшей лиги, она очень-очень-очень сильно уступает любой команде из первой пятерки, шестерки, которая была в прошлом году. Ситуация, которая просто фантастическая ситуация, произошла на матче «Авангарда». Я был на матче «Авангарда» «Золотой век» и такой ситуации никогда в жизни не видел. Последние минуты игры, там одно очко разница и «Авангард» ведет в счете. Последний тайм-аут берут «Золотой век» и главный тренер «Авангарда» Андрей Подковыров, он просто сидит. Тайм-аут идет, команда проводит тайм-аут без своего главного тренера. Тобто, давай так тоді, якщо коротко, такі... Твій прогноз на Кубок України, який він може бути, враховуючи те, що ти вже сказав? Ну, Хімік, да, виглядить на сьогоднішній день там, на шаг впереді, чим Будівельник. Да? Там, виражаясь покерною термінологією, у Хіміка сильна рука. У Хіміка рука сильніше, чим Будівельника. Ну, як воно буде в фіналі чотирьох, ну, якщо да, не встретяться, да, робимо оговорку. Ну, все-таки це один матч, і бувають всякі баскетбольні фактори. Там не пішов бросок, хтось провалився в защиті. Не дай Боже, травмувався хтось там, щось помінялось. Хтось встав не з тої ноги, хтось щось. Поэтому, ну, просто от сказати, що Хімік виграє точно фінал чотирьох, ну, це неправильно, некоректно, і, кстати говоря, і неуважительно. Вітіскоп. Спортивне відео.